Здравствуйте! В эфире интеллектуальное ток-шоу юридического факультета Казанского федерального университета «Правовая жизнь». Сегодня мы поговорим на тему «Свобода научного творчества ученого-юриста в условиях советского государства». На наше обсуждение вопроса сегодня пришли гости. Это профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета, профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета, почетный работник высшего профессионального образования, заслуженный юрист Республики Татарстан Юрий Сергеевич Решетов. Экспертом нашего сегодняшнего мероприятия выступает известный российский ученый в области теории и истории государства и права, признанный методолог и социолог права, специалист-эксперт в области образовательного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий отделом теории и истории права и судебной власти Российского государственного университета правосудия Владимир Михайлович Сырых. Говоря о том, была ли свобода научного творчества в условиях СССР, конечно, нужно задуматься над разными категориями. Что такое свобода, что такое научное творчество в целом. И для того, чтобы открыть дискуссию, слово предоставляется Владимиру Михайловичу. Пожалуйста, вам слово. Вообще, миф о том, что в условиях Советского Союза не было свободы научного творчества, он довольно-таки устойчив. По крайней мере, о нем пишут все те, которые критикуют советский строй, советское государство, советское право. Но дело в том, что здесь есть часть правды. Есть два периода в истории советского государства, когда действительно не было свободы научного творчества. Этот период охватывает так называемый культ личности Сталина, значит, этот период власти Сталина. Там действительно свободы научного творчества не было. А получилось это потому, об этом не совсем не всегда говорят, дело в том, что в 30-х годах произошла революция. Ленинские идеи и Ленинская гвардия была заменена сталинской. Подошла реформа. И следовательно, те ленинские идеи, которые существовали в 20-е годы, они стали устаревшими в глазах 30-х годов. Кроме того, существовали еще и так называемые царские ученые, которые вообще мыслили совсем другими категориями, чем Сталин и чем Ленин. И вот в этих условиях нужно было установить жесткую диктатуру мысли, чтобы все мысли одинаково и, ну, как говорится, одинаково в одну сторону. Что было сделано? Прежде всего, издания монографий были практически прекращены. Публиковаться могли только лишь самые ответственные корифеи науки с какого-то высокого согласия, и главными учеными того периода выступали деятели партии и правительства, которые в праве ничего не понимали. Это Каганович, это Берия, Ворошилов. Вот именно они и были идеологами, выступая каким-то вопросом, партии там или каким-то вопросом промышленности, сельского хозяйства, они затрагивали правовые вопросы. И их речи, они распространялись массово-миллионными тиражами, и они представляли, что ли, какие-то основные идеи в сфере права советской партии, то есть партии советского государства. Но этим дело не закончилось. Все равно какое-то брожение в умах было. Тогда, в 1938 году, было проведено всесоюзное совещание по вопросам науки советского государства и права, на которое были созданы ведущие юристы, преподаватели, и на этом совещании было официально узаконено понимание
советского социалистического государства и права. Это было сделано прокурором СССР Андреем Януаричем Вышинским, который сказал, что право есть система норм, установленных государством и так далее. Но эта идея была установлена шулерским путем. Он сослался на работу Маркса и Энгельса «Манифест коммунистической партии», в котором есть фраза «Ваше право есть воля вашего, есть лишь воля вашего класса, возведенная в закон». Тут видите, значит, Маркс и Энгельс понимали право как позитивисты, то есть то, что есть закон и есть право. Но а там же было не так. Маркс и Энгельс как бы полемизируют со своими оппонентами, которые упрекают коммунистов в отсутствии права при коммунизме. А они говорят, так у вас права нет. Ваше право всего лишь воля вашего класса, возведенная в закон. И вот этот, мягко говоря, шулерский прием настолько был, как говорится, что ли, безупречен, что ведь до сих пор это понимание права позитивистского присутствует. И по-прежнему ссылаются на манифест коммунистической партии, говоря, что Маркс и Энгельс были чистыми позитивистами, хотя они никогда не были позитивистами. Таким образом, получается, что определили и основное понимание права. И ученые-юристы должны были на все лады пропагандировать, разъяснять это право. А те, которые неуспешно разъясняли или допускали какие-то ошибки, к ним применялись репрессивные меры. Всего, я вот где-то примерно года 4 назад подготовил и издал словарь биографий сталинского периода. Там примерно вошло 600 с лишним биографий. Из них каждый пятый ученый сталинского периода был репрессирован, либо расстрелян, либо в лучшем случае он отбыл энное количество времени в местах лишения свободы за свою вредительскую деятельность на правовом фронте. В том числе были подвергнуты репрессии Крыленко, Пашуканис, другие там корифеи того периода и другие ученые. По этому поводу известный вот период ученый Иван Терентьевич Галяков породил такую сентенцию, что товарищ Сталин сел и написал, а советский ученый-юрист вначале напишет, а уж потом сядет. Так что вот такая вещь. Поэтому в этот период действительно был тяжелый, не было свободы. Не было свободы, и самое главное, что они только лишь могли комментировать существующие законы. И самое смешное, законы-то, кодексы были для служебного пользования. Трудовой кодекс имел гриф ДСП, значит, его нельзя. Уголовный кодекс имел тоже гриф ДСП. То есть получается, что не только не было науки, но даже и ознакомление с действующими законами, это тоже только лишь было уделом, так сказать, специальной категории людей. Вот здесь действительно не было свободы научного творчества у юристов. Юристы вообще не имели права говорить то, что не думали, писать и так далее. То есть свободы действительно не было. Но этот период продолжался до смерти Сталина. В 1953 году Сталин умер. В 1956 году началась борьба с культом личности. Но заметьте, эта борьба никак на линию, что ли, вот научную не повлияла. По-прежнему шли ссылки на Сталина, традиционные его восхваляли и так далее. И это, ну, чуть там прибавилось определенное количество работ. А вот уже в 1964 году было принято специальное постановление о мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридического образования в стране. Почему? Потому что та позиция, когда ученых не могли писать, не были где издавать, пришло к тому, что в стране не было
даже учебников. Некому было читать. И вот эта ситуация, чтобы ее как-то изменить, вот тогда было принято постановление о том, чтобы в области юриспруденции, в области образования и изложения науки были сделаны существенные послабления. Вот Юрий Сергеевич и я, мы примерно дети того периода, когда в правовой науке была свобода. Когда мы в данном случае уже не имели тех вот негативных последствий, которые были в период культуры Сталина, и мы в данном случае уже были более свободны. Но были ли мы свободны действительно? Вот я думаю, что здесь представлю слово Юрия Сергеевича, который прошел путь именно в пределах сталинской более высокой степени демократии, свободы и научного поиска. Я бы так начал. Действительно, 64-й год – это год, который многое значил для развития юриспруденции. Потому что не стал руководителя Никиты Сергеевича Хрущева, который всегда выступал с идеей, что право скоро отомрет, что без него мы спокойно обойдемся. Если он проводил такую идею, вы знаете, как вузы, как ученые относились к праву. Значит, это что-то такое отмирающее. Когда его не стало, Брежнев уже такую идею не поддерживал. Он понимал, что все-таки без права обойтись никак нельзя. Хотя и все время говорили, что оно отмирающее, что перерастет коммунистическое общественное самоуправление нашего государства, но все равно уже идеи другие. Все-таки они связаны с новым этапом в развитии нашего государства. И юрфаки стали расширяться. Когда я поступал на СО, на наш факультет, 47 человек поступило, и все. Весь факультет. Ни одной девушки заходили к нам в аудиторию. Смотрит. А неужели ни одной нет? Мы говорим, ну нет ни одной. Ну как это так уж? Хоть бы одну девушку приняли. Ну, короче говоря, после армии, вот я сам, ребята, которые отслужили в армии, дисциплинированные, и нас готовили для правоохранительных органов. То есть, сами понимаете, для куда? В суд, прокуратуру, милицию, а для других органов практически нас и не готовили. Считали, что гражданское право скоро тоже исчезнет. Заменим его хозяйственным правом, и зачем тогда нужны будут на этих предприятиях юристы, когда не будет гражданского что права, то есть экономика была командной. И они это всячески насаждали. А командная экономика, конечно, от рыночной, в корне что отличается? Командная во многом государственная. Одна форма собственности, по сути, и государство в руках своих всю эту собственность держит. А личная собственность? Ну что личная собственность? Одежда? Да самое элементарное, без чего жить вообще что? Нельзя. Но выделяли такую форму собственности. Вот в дальнейшем вот я по себе беру. Все-таки мы в основном как-то изучали такие структуры государственной власти, в которых как бы вот эта политика не особенно заметна. Ну, допустим, возьмем тот же Верховный Совет, например. Ну, он формировался демократично. Всегда 90 с лишним процентов шли на выборы. Говорили, смотрите, какая у нас демократия. Ни в одной стране столько людей на выборы, что никогда
не пойдет. То есть все делали для того, чтобы эта демагогия утверждала в головах людей идею демократии. И она срабатывала, конечно, срабатывала, очень даже хорошо срабатывала. И мы, вот я по себе знаю, эту идеологию очень даже воспринимали спокойно, и никто, вот на семинаре помню, мы говорим, ну давайте сопоставим кодекс Наполеона и гражданский кодекс Российской Федерации, возьмем договор купли-продажи, давайте прочитаем один к одному. Преподаватель нас начинал отчитывать и говорит, да ничего вы не понимаете, да в сути там никак быть не может, чтобы в кодексе Наполеона и в нашем Советском кодексе было одно и то же. Но ведь гражданское это право, вы же понимаете, оно к политике так не относится, как, например, уголовное. Согласны? Ну там такие же отработанные формулировки. Они и сейчас существуют в нашем гражданском кодексе. Но рыночных отношений у нас тогда не было. А раз не было рыночных отношений, обстановка была такая, что государство, что хотело в экономике, то и делало. А мы это что? Оправдывали. Нас такими специалистами и готовили. Сейчас, пожалуйста, вы пошли в какое-нибудь акционерное общество, например, Мелита, там целый юридический отдел. Так вы занимаетесь же юриспруденцией, можете выиграть в арбитражном суде, а можете что и проиграть. Раньше ничего такого вообще не было, потому что все предприятия в руках ведущие. Государство, как руководитель сказал, так и надо делать. Значит, право тут где-то на заднем плане. Но в дальнейшем сказали, что право уже наше общенародное, то есть выражает волю и интересы всего советского что народа. Но таковым право в принципе быть что не может. Но как это общенародное? Это общенародное, значит, единодушие полнейшее. Если полнейшее, скажите, откуда преступность, откуда негативные явления, значит, они выходят, не подчиняются этим нормам, что право. Также ведь преступность считали, что отомрет, но это тоже иллюзия. Человек, его сущностные характеристики не изменялись и не изменятся. Как убивали, убивают и будут убивать. Воровали, воруют и будут что? Воровать. То есть в этом смысле человек не меняется. А мы решили воспитать нового человека, который будет совсем другим. Ну каким другим? Значит, очень положительным. Он не будет совершать никаких антиобщественных поступков. Но дело так не пошло. Раз не пошло, наука тоже стала сворачивать в эту сторону. Она стала более реальной. Не стала превозносить наш строй, а стала говорить то, что есть на самом деле. И тут у нас свободы появилась больше. А то, что раньше не было свободы, вот первую монографию написал, куда пошел? Раньше были рецензенты в Лафлите. Вот туда пошел, в Дом печати. Этот, наверное, целый месяц держал мою монографию. Потом меня вызвал к себе. Говорит, вот здесь так надо написать. Вот здесь так надо написать. И возьмет исправи, вот так напишешь, тогда мы твою монографию издадим. Но это же цензура чистейшей что воды. Я так написал, ему не понравилось. Он цензор.
государственный. Значит, государство все-таки нас держало в таких ежовых, что рукавица не очень-то позволяла писать то, что бы мы желали. Вот здесь хотелось бы задать вопрос. Прозвучала такая мысль, да и в литературе, собственно говоря, иногда встречается такая точка зрения о том, что признаки права и вообще само понимание права, которое было выработано Вышинским, оно отражается в современных учебниках, в современном правопонимании. Не считаете ли вы то, что государство, когда закрепляло, говорило, как лучше нужно сделать, давало рекомендации, как, например, рекомендации, которые сформированы были при Вышинском, проникали в практику? Не считаете ли вы, что это было хорошо тогда для практики, для научного творчества? Все-таки это было здорово или это было плохо, это угнетало? Ну, однозначно ответить нельзя. Вышинский очень хорошо понимал, что без государственной власти право – ничто, если оно не будет обеспечиваться государственным принуждением. Мы, если сейчас так рассуждаем, уберите государственную власть. Что будет представлять собой право? Согласны? Это не право будет, а что-то иное. Другое дело, что Вышинский, ну, слишком уже шел по этой дороге. То есть насилие, и где-то превалировало это у него насилие. Что право связано с таким вот не со специфическим государственным принуждением, а с настоящим, что насилием. Вот это я, например, очень определенно. Но вот те признаки, которые формировались, они же ведь по большому счету формировались и насаждались и в науку, и в научное творчество, и все должны были им следовать. А ведь право для юриста – самая фундаментальная категория. А раз насаждаются признаки права, то, в принципе, и некая канва для юридической науки, значит, создается. Так ли это, Владимир Михайлович? Ну, здесь все-таки мы вернемся к более широкому пониманию. Все-таки свобода научного творчества, Юрий Сергеевич сказал лишь в одном аспекте, о появлении цензора в его научной деятельности, который указал ему неправильности в понимании политики партии и предостерег его от дальнейших ошибок. Юрий Сергеевич, я думаю, был ему благодарен. Но дело в том, что свобода научного творчества, помимо того, что ученый может писать по своему желанию, этим не ограничивается. Более того, испокон веков человек может писать и думать все, что ему заблагорассудится. Но он только должен это делать, писать в стол, никому не показывая. Вот, эта свобода есть. Но ведь свобода, научное творчество свободно. Не тогда, когда человек думает и пишет, что хочет, а тогда, когда его мысли переходят, интегрируются в общество. Общество должно быть знакомо с его мыслями, их читать, их свободно обсуждать, вот тогда ученый свободен. Но в этой цепочке от идеи ученого до обращения к обществу существует столько много препон, которые никакого отношения к государственному принуждению, насилию не имеют. Ну, прежде всего, начнем что? Начнем с чего? Дело в том, что ведь наука-то и в вузах, и в НИИ, она была плановая, государственная. Преподаватель вуза на науку списывал половину нагрузки. Если, допустим, доцент, получающий 320 рублей, 160 он получал за преподавание, а 160 за науку. Поэтому государство не могло, так сказать, на это дело пускать на самотек, и чтобы что угодно писали.
А это так называемые были планы, научные работы, в котором от имени государства устанавливались темы на ВУЗ, и ученые должны были эти темы освещать. Ну, в том числе, допустим, я работал большую часть в НИИ, мы всегда, значит, ну, тему примерно выбирали в пределах нам дозволенной самостоятельно, но, а потом уже должны были писать. И были, вот если тоже скажут насилие, плановые сроки. Например, я в течение года должен был написать, ну, всегда, уже там старший научный сотрудник, не менее 5 печатных листов в год. И это все сдать в сроки, которые мы планом определены. Я должен сдать работу в сентябре. И если я в сентябре работу не сдавал, по этому поводу поднимались уже, как говорится, неприятные последствия. Учетный секретарь вуза констатировал несдачу работы, накладывалось директору, директору вызывали, и у нас, допустим, был один интересный случай. Ну, там женщина, она уже была зрелого возраста, где-то лет за 70, запланировала себе научную работу, что-то трудовые права в колхозе. Поскольку она уже была, то вот, а я особо-то не любила заниматься наукой. Вполне естественно, год прошел, она эту брошюру не написала. А раз коммунист не выполнил плановое задание, коммуниста на партсобрании говорят, коммунист Панова не выполнила плановое задание, не сдала свою брошюру. Отметили в решении партийного собрания. Нарушение служебной, так сказать, этики и так прочее. Дальше коммуниста Панова вызывают на партбюро, чтобы уже более серьезно, типа там выговор, и что-то такое уже. А коммунист Панова была находчивая. Она и говорит директору института, который должен был членом партбюро, Иван Сергеевич, я что-то не понимаю. Ну вот вы тут на меня накинулись. А вы-то где были? Вы же видели, что я дура старая. Эту работу не в жизни напишу. Почему мне сразу не сказали? И Алексеев, зачем вам эта работа нужна? И пишите. А теперь, когда хотел как лучше, не получилось. Теперь меня склоняют, а вы все чисты. Ну, засмеялись, вопрос закрыли, и коммунист Станова осталось без списка и так далее. То есть, почему, допустим, получается, что значит, научная работа была частью, что ли, рабочего, как его сказать, годового плана государства. И ученые должны были это все писать и сдавать. Но проблема. Сдать-то они сдавали. А кто ж их публиковать-то будет? Дело в том, что вот здесь и возникает проблема, что ведь свобода предполагает публикацию. А публикация невозможна была по ряду причин. Первая причина, значит, эти все работы серьезнейшим образом обсуждались на заседаниях кафедры и на заседаниях, у нас, допустим, был научного отдела. Что там шло? Там от этой статьи ничего не оставалось. Все подвергалось сомнению, критике, и ученому говорили, если ты не исправишь, мы работу твою не зачтем. Была здесь свобода? Свободы не было. Но, значит, дальше получается, самое, вот ученые, значит, в данном случае, как-то все-таки через отдел прошел, ну, может, бутылку поставил, торт принес, значит, бумажку Василия пропустили. Идет эта работа в редколлегию, например, ученых записан. А там редколлегия, еще человек 10 сидит, и они по новой начинают ее кантовать. Это не так, не принять. И доходило дело до казуса. Я вам этот казус расскажу. Одна, значит, там девица, аспирантка, написала статью по судебной практике. У нее был Рутин Мицкевич, и он полагал, что судебная практика источником не является. Она написала, как она будет, с Рутином спорить. А в редколлегии сидел Сергей Никитич Братусь,
А он был сторонник другой точки зрения, что судебная практика является источником. Члены редколлегии, эту смету, она была такая шустрая, как-то все ее любили, все члены редколлегии написали «за». А Сергей Никитич Братус, блюдя свою научную дисциплину, написал «против». Редколлегия. Все «за», Братус «против». Но если Сергей Никитич «против», то как же будем? На доработку. Она ему идет и говорит: Сергей Никитич, ну что мне делать? Ведь вы же не понимаете, что Алексей Валентинович просто в другой позиции. Я же не могу против него пойти. Ой, Свет, ты меня прости, дурака старого. Конечно, я забыл. Я за. Подавай заново. Она заново подает эту же статью. Теперь все члены редколлегии помнят, что Братусов против. Все пишут против. А Братус, поскольку был договорился, написал за. Опять собирается редколлегия, читаю, все против, один Братус за, но все против, все против, опять возвращаются на доработку. Видите, получается, до курьеза доходит, что, в общем-то, редколлегия – это большое обсуждение, это было тоже, в принципе, ну, как сказать, много было субъективизма. И это было тоже неприятно, поскольку человек не мог оправдаться, не мог, так сказать, сам пролиться. Из упора сердца закончишь, потом еще пойдем дальше. Но когда это сдавалось в этой ученой записке, то ученые записки выходили, там или научные труды, очень редко. И поэтому вполне с тем, что там работа лежала год, два, три, и без всякой надежды на публикацию. Вот фактически получалось, что ученый должен был писать по плану, своевременно, качественно, но государство перед ним никаких обязательств в части публикования не держало. Вот это еще одна сторона, в силу которого, так сказать, ученый был не свободен, но здесь партия, в принципе, никакого отношения не имела, здесь действовал хозяйственный механизм. Но если хотите, могу продолжить дальше, какие-то еще вопросы. Владимир Михайлович, я думаю, вопросы у нас есть. Пожалуйста. Пожалуйста. Рафаэль Безизулович Валиев, доцент кафедры теории истории, государства и права Казанского федерального университета. Спасибо. Я адресую свой вопрос Владимиру Михайловичу. Владимир Михайлович, вот моя молодость, сознательная жизнь пришлись на 80-е, я был студентом. И как сейчас помню, нас учили критиковать буржуазные теории права, государства. Вот. И мне думается, что в условиях проблемы, которые мы обсуждаем, свободы научного творчества, думается, что это было позитивным моментом в нашем обучении, да, а потом, наверное, и в исследовательской деятельности. Почему? Потому что это уже приобщало к критическому сознанию, вырабатывало критическое сознание. Мне представляется, сегодня, наверное, вот нам этого не достает, поскольку мы не в изоляции, да, от остального мира, нам некого критиковать. Вы как считаете, действительно это можно назвать каким-то позитивным моментом в процессе обучения и научных исследований, то, что вот я сейчас озвучил? Спасибо. Дело в том, что в научном творчестве без критики невозможно. Ведь и всякий, любой автор, который начинает писать, он пытается утвердить свои мысли взамен тех существующих, которые устарели и считаются уже несоответствующим реалиям. Эти мысли могут быть его коллег, которыми он работает или где-то там раньше высказывали, и мысли коллег зарубежных, которые тоже что-то чаще всего более глубоко заблуждаются, чем те, которые рядом при его друзья. То есть, конечно, наука без критики невозможна. Но критика и есть критика. Ведь в наше время мы критиковали буржуев не потому, что мы их читали. Ведь в чем мы должны быть тоже мерами свободы? Мы ведь, я вот сам по себе скажу, я иностранного языка не знаю. И в силу этого те работы, я, правда, не критиковал, я уже не занимался, значит, те работы, которые мы критиковали как недостойные, ведь мы же их не читали. Вон Кельсина критиковали там, критиковали кого там еще, значит, самое там зарубежных, Дюги, их же никто не читал, никто не знал. И критиковали на основании каких-то общих положений неясных, которые где-то откуда-то просочились.
То есть критика, которая должна быть основой научной деятельности, она носила характер игры, характер, так сказать, неглубокого понимания, и все этого, конечно, она не достигала того эффекта, который должна была достигать при настоящем творческом подходе. У нас есть вопросы от студентов. Рената Нигматуллина, студентка юридического факультета. Здравствуйте. Мой вопрос таков, он, наверное, будет уместен только в контексте постсталинского уже периода, о котором вы говорили, Владимир Михайлович. Могли ли советские исследователи-юристы публиковаться за рубежом? И была ли налажена вообще взаимосвязь с зарубежным научным сообществом? Хорошо ли она была налажена? Была ли налажена вообще? Спасибо, да. Спасибо. Только лишь юность может задать такой вопрос. Конечно, сталинский период, если не публиковалось в стране, то вполне естественно, никакого обмена мнений за рубежом не было. И зарубежные работы, я даже сейчас не помню, что сталинские период какие-то были приводные, фактически их не было. То есть это все было еще вдобавок изолировано. Вполне естественно, что ученые советские, они очень слабо контактировали в сталинский период за рубежом. Они ведь, если поехали, то их потом могли обвинить в чем угодно. Сказать, в том, что стали шпионы, что-то. Кстати, еще помните, был период космополитизма? Я просто о нем не говорил, но это был тяжелый период, когда многих ученых, которые писали вот в таком общем плане и так далее, их обвинили в космополитизме и чуть было их не посадили, не расстреляли, потому что они тоже вроде как придавали интерес. Постсталинский период, постсталинский, уже было такое? Ну, в постсталинский период, вы знаете, она было контакты, но они были дозированные и за рубеж ездили только лишь особо доверенные лица. Вот, например, был некто, профессор Крутоголов. Вот этот профессор, он, я так полагаю, что он имел какого-то особого, от особого ведомства, он ездил, читал, и вот, о чем вы говорите, буржуев критиковал. Слева направо, справа налево. Но, парадокс, значит, когда Ленинская библиотека, вот уже в настоящий период, переходила на новую научную парадигму, то я вот в деревянных ящиках, тоже, скажем, там перебирая, нашел эту самую, как называется, ну, рубрику Крутоголов. То есть у него была работа перед этим 30-40, это вот, которые стояли этим, к этим самым зрителям. А за этим Крутоголовым одна мелкая брошюра. Все его работы по выбросу. Подводя итог нашей сегодняшней беседы, конечно, хотелось бы спросить последний вопрос у наших экспертов. Мы говорим о том, что, конечно, в условиях советского времени была ограничена свобода научного творчества. Так почему же сегодня ученые-юристы так часто вспоминают очень позитивный опыт советского периода? С чем это связано, на ваш взгляд? Атмосфера была очень в целом доброжелательная. Все-таки советские люди, они очень позитивно относились друг к другу. Вот я считаю, что это срабатывало. Все-таки сейчас так люди друг к другу не относятся, как в советские времена. В школе, в вузе. У нас, вот я учился, когда студентом был, мы на Целину уезжали, ой, как радовались, что мы вместе все едем туда-сюда, и не было между нами каких-то особых конфликтов. То есть идеология срабатывала. Вот я приведу слова Маркса, я их очень люблю. Идеи, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, это узы, которые не разорвать, не разорвав своего сердца. Это демоны, которых можно победить, лишь подчинившись им. Ну, пару слов, да? Да, Владимир Михайлович, пожалуйста. Юрий Сергеевич прав, потому что наука – это вообще-то не творчество одиночек. Наука – это коллективное содружество людей, друг друга знающих,
любящих, уважающих. И вот в этом общем, так сказать, коллективе, где единые, так сказать, защиты, где, так сказать, коллективные публикации, конференции и так далее, здесь и вырабатывается вот это, что ли, то чувство научной ауры, когда все действительно друг другу друзья. Но дело в том, что все-таки в науке есть и негативные моменты. И так называемая групповщина, когда определенная группа ученых берет верх в определенной, так сказать, сфере деятельности и диктует другим ученым, как им подчиняться. И вот такая групповщина, она имела не всегда позитивные, негативные последствия. Просто один приведу пример. Профессор Махненко, специалист по странам народной демократии, был такой деловой, пробил себе авторский учебник в юрисдате. И уже была верстка. Он уже ждал, что через 3 месяца имя Махненко по всей стране пройдет, как вот автор учебника. Но групповщина сделала свое дело. Вместо учебника Махненко пошли сдавать учебник Златопольского. Учебник Махненко рассыпали, и обиженный и разгневанный Махненко застрелился. Так что вот все были, всякие были ситуации. Уважаемые эксперты, что бы вы могли пожелать молодому поколению, которое желает заниматься наукой? Я думаю, наверное, свободы научного творчества, а еще что? А я главное желаю, чтобы они занялись по-настоящему наукой, чтобы у них к этому было призвание, желание, чтобы они, ну, с удовольствием занимались этим делом. А я здесь скажу так, что прежде всего свою свободу творчества они не подменяли бездельем. Это ведь тоже свобода творчества, безделье. Чтобы они работали творчески, в процессе своей, так сказать, деятельности не лгали, белые не называли черным, черные – белым, и были объективные, бескомпромиссные. Ведь понимаете, в чем трудность ученого? То, что если он не врет, если он говорит объективно, то он, как правило, становится изгоем общества. Общество, которым большая часть на лжи, объективному ученому быть очень трудно. Давайте поблагодарим наших экспертов сегодняшней беседы. С вами было интеллектуальное ток-шоу юридического факультета «Правовая жизнь». Всего доброго, до свидания.